Медный всадник и Александровская колонна, кони Санечкового моста и Александр Сергеевич Пушкин. В Рижской церкви Святого Петра открылась выставка уникальных экспонатов Государственного музея городской скульптуры из Санкт-Петербурга. Памятники в миниатюре и графика. На вернисаже побывала Галина Солодовник. С медного всадника, памятника Петру Первому в Санкт-Петербурге, началась история монументальной скульптуры в России. Этот памятник стал символом города на Неве. Впрочем, кони Петра Клотта на Анечковом мосту также знамениты. Впервые они были там установлены в 1841 году, но радовали горожан недолго. Император Николай I приказал подарить скульптуры прусскому королю, и они сейчас находятся в Берлине. Затем Клоттом были отлиты новые скульптурные группы, вновь установлены на мосту. Императору Николаю I пришла в голову идея подарить эти группы королю обеих Сицилий, ну или попросту неаполитанскому королю. И сейчас эти группы находятся у королевского дворца в Неаполе. Скульптуры отлили в третий раз, а в 1851 году Петр Клотт создал еще две скульптурные группы для другой стороны моста. Вы видите, какая здесь уже драматическая ситуация, когда кажется, что конь сейчас вырвется из рук человека. С последних сил юноша-атлет удерживает коня. Но победа осталась за человеком. Памятники в Петербурге всегда делали на конкурсной основе и до революции, и после. На выставке в Риге представлены проекты монументов, некоторые из которых не были установлены в Санкт-Петербурге или ждали своей очереди много лет. На площади искусств памятник Пушкину, работы скульптора Никушина. Так конкурс на этот памятник продолжался 20 лет. В собрании музея большая коллекция графики, связанная с историей Санкт-Петербурга. Более 12 тысяч произведений графического искусства. В Ригу привезли 30. Здесь главные площади нашего города – Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская. Это главные памятники нашего города – Медный всадник, памятник Суворову, Александровская колонна знаменитая. Самая старая литография на выставке датирована 1821 годом. Есть работы середины 19 века и современных авторов. Будет представлена работа Ивана Остапова, которая изображает памятник в 40-е годы, когда Ленинград был осажден. Он делал целые серии. Человек, который пережил блокаду, работал в блокадном городе, делал рисунки, зарисовки, плакаты. В этом году у Государственного музея городской скульптуры юбилей 85 лет. Музей хранит около 300 памятников и 1200 мемориальных досок. Уникальность наша заключает в том, что наше хранение в открытом воздухе. Я всегда шучу, что наш музей, наверное, самый посещаемый в мире. Потому что горожане и гости Петербурга, ежедневно проходя мимо памятников, хотят или не хотят это, они посещают наш музей. Выставка «Белые ночи Санкт-Петербурга» в Рижской церкви Святого Петра будет открыта до 27 августа. Галина Солодовник, Вальтер Зелч, Латвийское телевидение.